Сегодня в программе. Да что ты мне мозг все время выносишь? Я уже говорю тебе, если так хочется, блин, интима какого-то, ищи себе любовниц. Вы же честь, вы слышали? Это нормально вообще? Моя пока что еще официальная жена предлагает мне найти любовницу. Алексей Большаков хочет развестись со своей женой Мариной, потому что ему не хватает ее женского внимания. Алексей утверждает, что после рождения сына он, как мужчина, жену перестал интересовать и поэтому не видит смысла в браке. Марина на развод не согласна и уверена, что брак можно сохранить. Сейчас один раз играем, он все равно проиграет. Сейчас нефа торнет, тут это я буду. Это что за цирк вы тут устроили? Я тебе. Все, давай. И ты отстаешь, уходишь из этой семьи. Окей, по той карте, мне повезет сейчас. Готов? Маргарита прожила с мужем Владиславом 15 лет. Все эти годы муж-картежник играл, периодически полностью проигрываясь. Маргарита терпела, чего только не предпринимала, чтобы муж оставил игру. Сегодня Маргарита подала на развод. Она встретила другого мужчину и хочет быть с ним. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Большакова Алексея Николаевича к Большаковой Марине Ивановне о расторжении брака. Ответчик на развод не согласна, выдвигает иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере 25% от доходов супруга. В зарегистрированном браке 8 лет и есть сын Егор, ему 5 лет. В случае развода по обоюдному согласию ребенок остается с матерью. Имущественных претензий также нет. Алексей Николаевич, ну суду назовите причину развода. Ваша честь. Я решил развестись со своей женой, потому что она совершенно перестала обращать на меня внимание. Нет, я еще, конечно, мирился с этим, когда наш сын был совсем маленький, но Егору уже 5 лет. А она ведет себя с ним, будто только вчера с роддома его принесла. Ваша честь, она спит с ним в комнате, а не у нас в спальне. У нас секса год не было. Ваша честь, ну что это такое? Если раньше она старалась быть привлекательной, носила халатики, да, там какие-то коротенькие, при макияже все время, а сейчас балахон накинет на себя, дульку сзади завернет и ходит, как бабка целый день по квартире. Ну кому это понравится? Ваша честь, прихожу вечером с работы, меня даже ужином никто не накормит. Там, говорит, в холодильнике вот то стоит, возьми себе, наложи и разогрей. Ну что это такое, в конце концов, а? Ну вы в котором часу домой возвращаетесь? Ваша честь, ну часов 8-9 вечера, бывает позже. Меня сейчас на должность руководящую назначили. Сами понимаете, много дел, с людьми встречаюсь, вопросы решаю. А у нее дел нет, у вас много, а у нее нет. 8-9 часов она ребенка укладывает, наверное. Хорошо, ваша честь. А почему тогда по утрам завтраками меня не кормят? Если раньше она сырнички жарила, блинчики пекла, кофе в турке варила. А теперь завтракаю в гордом одиночестве. А правильно, потому что времени нет на меня. Все время что-то там с сыном делает. Конечно, куда же меня пожалуйста, будет вот ваша, вы говорите, она что-то там с сыном делает. То есть это ее какие-то взаимоотношения с каким-то посторонним человеком. Скажите, а вы с сыном что делаете? Ваша честь. Да. Ваша честь. Вопрос. Я все-таки работаю, в конце концов. А Марина даже не удосуживается мне на работу рубашки и брюки гладить. В машинку закинет, на сушилку. Подождите, потом... но она тоже работает, и работает побольше вашего. Ну вот вы знаете... Просто она работает дома с маленьким... Кто из нас больше работает, ваша честь? Она работает, у нее ответственность выше. Она работает дома с маленьким ребенком. А мне тоже нужна забота. Мне нужна женщина рядом, в конце концов. Потому что я как ишак вкалываю с утра до вечера. И что за это получаю? Даже чашки кофе никто не принесет. Подождите, не нужна Алексей Николаевич, не это нужна. Несерьезно. Ну вы взрослые люди, найдите баланс, пожалуйста. У вас не взвод детей, и вы не вот на и я ядерном реакторе работаете, поэтому поговорите с женой, скажите, дорогая, давай, я понимаю, тебе сложно. Вот это ты делаешь, вот это я помогаю, вот здесь вот я стараюсь. Идите навстречу друг другу. Ваша честь, разговаривал с женой и предупреждал, что я уйду от нее и найду себе ту женщину, которая будет ставить на первое место мои интересы, а не ребенка. Значит, я предупреждал уже, говорил ей это. Бесполезно. Да, но бесполезно. Вы тогда зачем ребенка-то заводили? Это было же ваше совместное решение, ваша что честь, вы да, родителями готовы стать. А когда родителями стал, все, теперь о себе не думай. Только ваша жертвуешь, честь, только это отдаешь. Марина все время думает о себе и своих интересах. Да, ребенка мы хотели завести вместе.
Правда, пришлось по больницам с Мариной побегать Жизнь, перед этим. И все 9 месяцев она лежала в больнице. Я приезжал, навещал ее. И даже на родах хотел присутствовать, чтобы первому взять сына своего на руки, чтобы за врачами присматривать, чтобы те не накосячили. Но Мариночка у нас, как всегда, в последний момент все сделала по-своему, решила рожать сама. Вследствие чего там все пошло не очень гладко. А малыш еще месяц в больнице пролежал. И вот так оно, ваша честь, по жизни все и происходит. Она делает только так, как она считает нужным. А семья – это команда. Да. У нас нет этой команды. Это не смешно уже. У нас нет этой команды, понимаете? Да, это не смешно. Поэтому, ваша честь, разведите нас, пожалуйста, поскорее. Ну, в общем, я требования, на работу поеду. Требования, ладно? Алексей Николаевич, достаточно простые. Вы хотите больше внимания, не можете смириться с тем, что грудной ребенок требует внимания больше, чем какой взрослый грудной? Мужчина. Какой грудной? 5 лет уже. Когда грудной, я еще понимаю. Понимаете, в том-то и дело. 5 лет уже прошло. А она с ним, правильно вы сказали, как с грудным носится до сих пор. Ваша честь, я согласен платить алименты на ребенка. Никаких материальных претензий я не имею, нам делить абсолютно нечего. Я сейчас живу в Марининой квартире, у меня есть своя, мы разведемся, я съеду, все, ваша честь. Разводите, меня работа ждет. Хорошо. Извините, мы чуть-чуть вас задержим. Скажите, пожалуйста, Марина Ивановна, вы выслушали, претензии супруга. Наверняка он высказывал их не только в зале суда, но и вам дома. Вы как-то попытались услышать его, пойти навстречу? Конечно, ваша честь. Он всегда говорит только о себе. Когда он говорит о команде, на самом деле он думает только о себе. Ну разве я виновата, что мне все время приходится проводить время с ребенком? Послушайте. Дело в том, что после родовой травмы у моего ребенка большие проблемы со здоровьем. Мне приходится постоянно возить его на разные реабилитации, постоянно на разные массажи. Да мы от невролога этого не вылазим вообще. От него помощи не допросишься. Хотя я просила, хотя мне нужна и физическая помощь, и моральная, и финансовая. А работать кто будет? Да, Господи, да у меня нет времени ни на что, кроме ребенка. Мне постоянно нужно идти к этим врачам, помогать ему. Он давно уже отстранился от своего ребенка. Ну что значит отстранился? Он обеспечивает вас, обеспечивает деньгами, всю вашу семью, ребенка, квартиру. Ваша честь, все мои походы к врачам, всю реабилитацию оплачивают мои родители. Он ни копейки в это не внес. Но я смирилась с этим, мне ничего не надо. Просто я понимаю, что, возможно, я не уделяла тебе достаточно внимания, что... Возможно. Да что ты мне мозг все время выносишь? Я уже говорю тебе, если так хочется, блин, интима какого-то, ищи себе любовниц. Ваша честь, вы слышали? Это нормально вообще? Моя пока что еще официальная жена в цвет предлагает мне найти любовницу. Да значит, ты вообще ничего никогда не испытывала и не испытываешь ко мне. Просто как кошелек на ножках. Бегаю на рынок туда-обратно и все. Ну не очень-то вы кошелек. Видите, приходится родителям вашей супруги оплачивать лечение ребенка. Ну ничего, ребенка. Родители не чужие так люди, давайте могут тоже помочь. К лечению. Знаете, сейчас жизнь дорогая очень. У меня есть справки, у меня есть документы, которые могут все подтвердить. Да, пожалуйста, через пристава передайте. Позвольте суду ознакомиться. Ну, конечно, денег носи в больницу, они тебе исправят. Да нет, ну хотя бы надо понять. Ты так говоришь, как будто я на себя это все трачу. Да откуда я знаю, на что ты там тратишь? Ты не знаешь! Ты не знаешь! Не знаю, это в бумажке писюльки эти твои, это знаешь так. Алексей Николаевич, я понимаю, что вы оптимист, и вы считаете, что ваш ребенок абсолютно здоров. Но у ребенка серьезный диагноз. Сейчас, правда, вот я вижу, они пишут, что... Улучшение идет вследствие реабилитации. Честь. Нет, ваша но честь. Улучшение это не значит, что у него нет заболевания. Как раз наоборот, именно благодаря реабилитации это улучшение. Правда. Я попрошу пристава вернуть эти документы, потому что суд с ними ознакомился, нет основания сомневаться в том, что ребенок действительно нуждается в лечении. Ваша честь, это правда. Он пошел на поправку, потому что... Благодаря курсу реабилитации, благодаря всему, что мы сделали. Это все не просто так. Ой, да все твои реабилитации, все твои физкультурки, все твои развивалки, да развод. Это чистой воды. Как ты этого не понимаешь? Они увидели тебя, что ты согласна платить. Вот даже у матери моей спроси, она точно так же считает, что это выкачка твоя денег мать? И все. А ты и рада стараться. Вместо да того, мать как вместо раз того хочет, чтобы заниматься своими честь, обязанностями, пожалуйста, позовите мою супружескими.
А ты как просто бесплатное приложение. Ваши... закрылась Алексей в Николаевич. Книжку читает ему. Алексей спят, Николаевич. Да. А я можно подумать так, да, чужой человек. Алексей да, Николаевич. Давай, Леша, просто иди, достань, что... Алексей сам... Николаевич. Да, ваша честь. Алексей Николаевич, да, ваша честь. Вам да. дать воды успокоиться? Дайте, пожалуйста, воды, да. Пристав, я попрошу, принесите, пожалуйста, истцу воды, потому что он уже Господи, переходит на истерику. Он да, не может что... остановиться. Пожалуйста, просто, если можно. Просто непонятно, кем Алексей Николаевич. Как чужой человек. Алексей Николаевич, сейчас вам пристав принесет воды, вы выпьете, постарайтесь успокоиться, потому что вы не слышите никого. У нас судебный процесс, а не скандал. Мы сейчас по порядку действуем. Говорит, выступает и ответчик, и истец. Хорошо, ваша честь. Хорошо. Я понимаю, что вас что-то страшно заводит и злит. Вы не можете успокоиться. Выпейте просто воды. Спасибо. Спасибо. Ваша честь, я попрошу... И выдохните. Я попрошу прийти я сюда... Я спокойно, ваша честь. Свою свекровь Лидию Яковлевну напротив нашего развода. Пожалуйста, да, Большакова послушайте. Лидия Яковлевна, ваша мать. Давайте ее спокойно выслушаем. Приглашаем ее в зал. А, Лидия Большакова, вы? Да. Пройдемте со мной. Пойдемте. Проходим. Лидия Яковлевна, скажите ваше мнение. Вы считаете, брак сына следует сохранить? Ваша честь, конечно. Я и сыну говорила, и Марине то же самое. Я и сейчас скажу, я против развода, потому что в этом смысла никакого нет. Конечно, Алексей, понятно, почему на развод подал, потому что Марина, собственно, она вся в своем ребенке. Она лечит его, лечит и лечит. И, ну, на самом деле, нехорошо так. Яковлев, ты да. его залечила, а врачи Все с тебя правильно. Деньги тянут и тянут и тянут. Ну сколько можно? На таблетках ребенок сколько Что сидел? Означает «залечила»? Есть диагноз. Подожди, подожди. У него уже диагнозов много, много чего сняли. Ребенок сам перерастет так, свои болячки. Так это же не просто хорошо. Так. Все взяли и сняли. Ваша честь, на самом деле она уже осознала свою ошибку. И я прошу вас не разводить их. Лидия Яковлевна, я, конечно, рада, что вы... против нашего развода, но ну, почему вы все время на его стороне? Я понимаю, это ваш сын. Потому будьте... что я прав. Ну вы же женщина, он же конченый эгоист, он тоже не ангел. Так, не надо. Спокойнее. Уже на личности Спокойнее переходим. Себя веди. Я спокойно. Так нехорошо. На самом деле. А хорошо сколько... так себя вести, Он да? на тебя и шачил сколько, ты посмотри, пылинки с тебя сдувал. Да. И на самом деле так нехорошо. Давайте не будем говорить о том, как он шачил, как он работал ради ребенка. Мы все знаем, что за восстановление, за реабилитацию ребенка платили мои родители, а не он. Так, это твои родители. А как ты хотела? И мы участвовали. И они пусть участвуют. Как вы участвовали? Он, посмотри, ипотеку платил. Сколько он за машину кредит заплатил? Так я не ипотеку просила. Ипотеку 5 лет. Я не просила. Еще и на машину взял ипотеку. Алексей Николаевич, то есть ну, у вас машина и квартира куплены в браке, да? Ваша честь, я вам сейчас поясню. Смотрите, кредит на автомобиль и квартиру я брал на свое имя, которое я выплачивал. Почему? Да, может быть, я не мог столько денег дать на мнимое лечение ребенка. Ну, ладно. А потому что я платил кредит. Но оформил я... имущество, квартиру и автомобиль на свою мать. Ваша честь, вы слышите, какой он хитрый. А что какой, в этом такого? Что здесь хитрого такого? Он специально все на мать оформил, чтобы после развода мне ничего, совершенно ничего не досталось. Не вижу ничего в этом. Он специально это все придумал. Ну вы согласие на кредит давали? Не давали. Ну что вы волнуетесь-то? Да, тебе-то что? Я плачу за все. То дело, что я плачу и плачу и плачу и плачу. Ваша все. Честь, а была бы нормальная жена, не было бы развода. Вот все. Дело в том, что изначально мы хотели жить в новой квартире. У меня есть своя квартира, мы хотели ее продать. Но мои родители были против, когда познакомились с ним. И моя свекровь дала деньги для начального капитала. Мы купили двушку. Вот. Конечно, не трешка, но мы жили там. Мы поговорили, я подумала, что это справедливо. Ты на самом деле, Марина, успокойся, потому что ты должна немножечко как бы притормозить. Ты успокойся, никто с тобой разводиться не будет. Так что... Да не буду я, мама, с ней больше жить. Почему тебе не хватает силы и мужества признаться, что у тебя есть любовница? Ой, все, уже любовницу придумали. Я знаю, что у него есть любовница. У меня есть подруга, она видела его с ней. Ее зовут Светлана. Но я против развода. Я просто хочу, чтобы его мать увидела его и вымыла его мозги, как она это умеет. Так, чему? Вы хотите пригласить сейчас подругу вашу, Соколову, да. Светлану? Да.
Есть такая Светлана Игоревна Соколова, она ожидает, приглашаем. Перегибаешься, когда ты отворачиваешься. А, Светлана Соколова, вы? Да. Пройдемте. У тебя любовник есть, а ребенком ты просто прикрываешься. Это у тебя, скорее всего, есть любовник. Что? Да, вот то самое. Ты издеваешься? Да, издеваешься. Светлана Игоревна, ваша подруга пригласила вас, чтобы вы рассказали, в чем проблема у семьи. Какая истинная причина, почему супруг хочет расстаться? Ваша честь, проблема у семьи только одна. То, что муж у моей подруги конченый мерзавец. Вы меня, конечно, простите. А ты не лезь в чужие дела. Вы меня простите за такие слова. Дела. Можно я сейчас скажу? Аккуратно. Моя подруга очень много лет ухаживает за больным ребенком. Она почти никуда не ходит, почти себе ничего не покупает. То есть она все туда вкладывает. В это время ее супруг, дорожайший, водит своих баб по дорогущим французским ресторанам и кормит их омарами, французским вином, в то время как на семью у него денег все время не хватает. Так это, Лешенька, с деловыми партнерами? Ну, конечно! Да, у меня встречи постоянно происходят. С каких пор у нас деловых партнеров за задницы хватает? Так, вы меня объясните. Ой, да за какие задницы? Кого ты там видела? Где я кого хватал? Хватит придумывать. Супруги, уже. Наверное. Накинулись такие. На меня. Здесь. Светлана Игоревна, а суду сообщите, откуда такая информация? Вот, да. Такая информация оттуда. Я, значит, познакомилась 2 месяца назад с новым мужчиной, и он меня позвал в французский ресторан. Ну и шла б со своим мужчиной. Вот я и пошла со своим мужчиной во французский ресторан, и там я увидела, собственно говоря, Алексея, мужа моей подруги любимой, с какой-то шваброй. И он меня не заметил. Естественно, что я тоже свое внимание никак не стала привлекать. Но я все видела. И как она выглядит там, какая она вся расфуфыренная была, что они, собственно, ели, какое они там вино пили. И вот меньше всего это, знаете, было похоже на какую-то деловую встречу. После, собственно говоря, ужина он ее провожал до такси, смачно так дает ей по заднице, совершенно недружеским жестом, и говорит что-то, ну, я там не точно расслышала, что, в общем, он через пару часов подъедет, то, что ему нужно к жене съездить домой, сказать, что он там ездит в командировку, собрать вещи. Естественно, что я сразу Маришке кинулась звонить, я говорю, что не вздумай пускать своего там молодого человека в какую-то командировку, потому что понятно, что у него какое-то там романтическое свидание. А какое твое дело вообще? А вот, собственно, он домой пришел, подруга, начал собирать вещи, и она ему сказала, что у них заболел ребенок, а он действительно очень часто болеет, у них малыш, и ему требуется медицинское вмешательство. Она сказала, что, скорее всего, потребуется его сейчас в больницу отвезти, но его это совершенно не остановило, он все равно собрал свои вещи и поехал, куда он поехал? К своей швабре, куда он мог поехать? Ваша честь. Как вы поняли, я знаю, что у него есть любовница, но разводиться я не хочу. Я не могу сейчас. Только не сейчас. Пожалуйста, я прошу вас. Ну вот, Алексей, ну смотри, ну вот что ты вот начинаешь разводиться? Ты еще что-нибудь напутал тут все так с этими любовницами? Ну, есть у все, тебя мам, там кто-то, мам. Ну и гуляй по-хитрому. Мам, подожди. Разводиться-то так, ладно, все. Это зачем? Мама, Марина, ваша честь. Все, секундочку, можно я скажу? Мне хватит, мне надоело врать всем. Мам, разводиться я с Мариной буду. Я тоже человек и хочу жить с тем человеком, которого я люблю. Да, Света правду говорит, она действительно видела меня в ресторане с Виолеттой. Я хотел бы сейчас ее пригласить, да, она бы все пояснила, все рассказала. У нас с ней любовь. И мы хотим создать вместе с ней семью. Ты глупый, я не знаю. Мама, это моя личная жизнь, мама. Я сам разберусь. Хорошо, суд удовлетворяет ходатайство истца. Просим в зал пройти Конникову Виолетту Эдуардовну. Я разберусь сам. Конникова Виолетта, вы? Да, это я. Пройдемте со мной. А ты не будешь сюда влазить? И живи себе. У меня была жена. Так вот, кто-то твоя возлюбленная. Под крылышко к начальнице, да, захотел? Ой, молодец, ой, ничего ой, не скажешь, браво! Да-да, это я. У нас большие планы с Алексеем, и мы хотим пожениться. Я рада. Это за правда. Вас. Да. Виолетта Эдуардовна, подтвердите, пожалуйста, суду, что у вас уже какое-то время отношения, планы серьезные, как я понимаю. Да, да? Это действительно так. У нас серьезные планы, большое будущее. И мы хотим пожениться. Ну, скажите, вы вместе работаете? Да, мы вместе работаем. Алексей пока подчиненный, но у него большое будущее.
У него большое будущее, но у него большое прошлое. Вам известно, что у него болен ребенок, болен достаточно тяжело, требуется уход, реабилитация, длительное лечение. И сейчас из-за вас он бросает жену одну с этим ребенком. Ой, давайте не будем жить в прошлом. Это цирк, который надо кончать. Вот твоя все. Жена, твоя будущая жена, оказывается, человек с приданым. Как хорошо-то. А я уж просто бояться как ничего хорошо. Думаю. Как где ты вообще жить-то будешь? В смысле, где я жить буду, мам? Слушай, ну на самом деле... Как где ты? Я жить буду? Вообще-то, если ты на секундочку так не забыла, то вот те самые 5 лет, которые я платил за квартиру и за машину, это мои квартира и машина. Именно в этой квартире мы с Витой будем жить. Она сейчас продала свою квартиру, чтобы купить недвижку за границей. Это правильно. Хорошее вложение. Я полностью поддерживаю ее в этом. Нет. Будем жить в моей квартире. Нет, что? Дорогой, эту двушку я вам не отдам. Чего? Потому что я сама в ней буду что? Жить. Да, чего конечно. Себя? И машину мне, пожалуйста, вот подгони к дому, потому что... Виолетта тебе вообще новую купит, тебе не по статусу купит. Сейчас она. Яблоко ты что, зачем тебе моя квартира? И тем более моя машина, ты водить не умеешь, что ты с ней делать будешь? Я, между прочим, сама за нее платила, и вообще, Алеша... Что ты платила? Я платил 5 лет. Я хотела сказать при других обстоятельствах. Что ты мне хотела сказать? А ну, бомби, мать. Вот я сейчас скажу. Так. Я на самом деле выхожу замуж. И мой новый муж будет жить со мной в новой квартире. Вот так. Оставлю, я сдам. Я понимаю, сейчас это все закончится. Иван, и на машине, вот этой самой, мой новый муж будет меня везде на ней возить. Мамочка, мамулечка, я понял, ты вообще с ума сошла? Ты что здесь сейчас вообще творишь? Значит, я кишачил, горбатился эти 5 лет, чтобы оплатить эту квартиру, а ты хочешь... пользоваться всем тем, на что я зарабатывал. Спокойно. Шиш тебе, спокойно. Мамочка с маслом. Я вообще тебя знать не знаю. Правильно. И я заберу эту квартиру и машину. Сейчас твоя Виолетта подумает, что ты матери квартиру с машины зажал. Так, подождите-ка. Он совершенно прав. Я ему не зря все это время платила и повышала зарплату, чтобы он эти все кредиты оплачивал. И вообще, я себя не на помойке нашла с Альфонсом. Алеша, я жить не намерена. Так, так что, пока вы не разберетесь... Придется чуть-чуть со свадьбой подождать. Мама, давай ты скажешь, что пошутила, да, просто? Ну, шутка такая, перенервничала ты. Нет. И не будешь меня перед Виолеттой позорить, хорошо? Ничего давай. Я не пошутила. Как я сказала, так и будет. А ты, между прочим, тебя разводить никто не собирался с Мариной. Сам на это пошел. 8 лет живи и живи дальше. Все. Слишком многого хотите. Ваша честь, я не знаю вообще, что дальше делать. Что ну да, происходит. Сложно. Может быть, вы возьмете время на раздумье, изучите ситуацию, изучите рынок жилья, посчитаете, сколько должны еще по кредиту. Нет, подождите-ка. Значит так, Леша, если ты сейчас со своей Мариной не разведешься, я тебе сразу говорю, работа, карьера, об этом просто можно забыть. И мама твоя все должна отдать. Это понятно? Всем все понятно? Все. Мне нечего подожди, сказать. Подожди, дорогая моя. Да, подожди. Все, мне нечего знаешь. Сказать. Я даже слушать не хочу. Мой новый муж, между прочим, юрист. Ма. И он не даст меня ободрать как липку. А ты, между прочим, вот если останешься с этой Виолеттой, так ты мне больше не сын. Змеюки вы все подколодные. И ты, и ты, и ты туда же. Все, ваша честь, ничего не хочу. Видишь, Алешенька? Какой бумеранг тебе в жизни вернулся. Конечно. Думал всех обхитрить, самый умный. Для тебя своя мать ободрать хочет. Всех перехитрила. Это уже не... Ваша честь, я сама хочу развода. Не твое дело. Нам такой отец не нужен. Я сама Егорку на ноги поставлю. Пусть просто алименты платит. Я справлюсь. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Сейчас, один раз играем, он все равно проиграет. Сейчас Нев оторнет, только это я буду. Это что за цирк вы тут устроили? Я тебе. Все, давай. И ты отстаешь, уходишь из этой семьи. Окей, по одной карте, мне повезет сейчас. Готов? Маргарита прожила с мужем Владиславом 15 лет. Все эти годы муж-картежник играл, периодически полностью проигрываясь. Маргарита терпела, чего только не предпринимала, чтобы муж оставил игру. Сегодня Маргарита подала на развод. Она встретила другого мужчину и хочет быть с ним.
Не тишина в зале суда. Тишина. Змеюки подколодные. Не может остановиться у нас истец. Уже судебный процесс заканчивается. А вы все не можете успокоиться. Они змеюки. Пожалуйста, тишина в зале суда. Оглашается решение. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына удовлетворить. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 заработка и иного дохода отца ежемесячно до совершеннолетия сына. Решение суда понятно? Да. Понятно. Если вы не согласны с принятым решением, вы можете обжаловать его в установленные законом сроки. Все же остальные вопросы по недвижимости, по выплатам кредита вы должны решать в отдельном судебном процессе. Сформируйте исковое заявление и со стороны истца, и со стороны ответчика, скорее всего, много будет исков, но они уже в другом судебном процессе. Хорошо. А судебное заседание наше на этом объявляется закрытым. Заявление об увольнении. Ты довольна? Вот, все. Теперь я без работы остался. Какие теперь тебе алименты? Никаких алиментов. По-тихому бы все это сделали, и все были бы довольны. Все, молодец. Добилась. И ты, дуры. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Ерохиной Маргариты Юрьевны к Ерохину Владиславу Андреевичу о расторжении брака. Ответчик Владислав Ерохин на развод не согласен. В зарегистрированном браке 15 лет, двое детей. Сын Прохор, 14 лет, и дочь Арина, ей 9 лет. В случае развода дети по обоюдному согласию сторон остаются с матерью. Имущественных споров нет. Все верно? Да, все верно. Маргарита Юрьевна, тогда причину развода, пожалуйста, укажите. Я требую развод, потому что я нашла другого мужчину себе и хочу быть с ним. Я не хочу обманывать мужа, скрываться от него. Я считаю, что это неприемлемым, вообще ложь в семье. Да и мужа я уже не люблю. И считаю, что наш брак – это сплошное разочарование. Как вы правильно отметили, что да, имущественных споров у нас нет, и дети остаются со мной. В принципе, муж даже не спорит об этом, потому что у него нет своего дохода, у него нет недвижимости. Вон мама его находится во Владимирской области, пусть туда едет в деревню. Рита, ну как ты так? Угу. Ну хорошо. А он давно не работает? У него был свой бизнес, автосервис, но 3 месяца назад он его проиграл в карты. В принципе, игровая зависимость моего мужа и послужила причиной того, что у меня появился другой мужчина. Я устала жить на иголках, вы представляете? Я каждый день сижу и жду, что он опять придет весь избитый и будет говорить, что у него долги теперь. Я просто больше так не могу. На алименты я просто чисто из жалости подавать не буду. Во-первых, ему даже не с чего платить эти алименты. А во-вторых, я не хочу, чтобы мои дети по достижению совершеннолетнего возраста отвечали за своего отца. Он может, его могут покалечить опять после очередного проигрыша. И он подаст на алименты, чтобы мои дети его содержали. Я такой судьбы не хочу для детей. Я натерпелась с ним. Пусть они живут спокойно хотя бы. Владислав Андреевич, претензии вашей супруги, по-моему, понятны. Что вы по этому поводу можете сказать? Ваша честь, я категорически против развода. Я просто не понимаю, в тот момент, когда мне больше всего нужна помощь от самого родного человека, от моей жены, она мне вот так вот кидает просто. Вы поймите, но она устала. Подождите, дайте я хотя бы выскажусь. Я устала, по психологу уже ходить. Рита, пожалуйста, я... Все годы, 15 лет мы в браке, я все годы работал. Мы начинали, у нас ничего не было, ты вспомни, ничего не было. Я работал, я запчастями торговал, тачки гонял. Опасная работа была. Потом, 8 лет назад, мы открыли автосервис напополам с моим партнером, с Олегом. Ты вспомни, я же тебе подарки дарил, все время был верным мужем, дети меня любят. И сейчас, в тот момент, черт меня дернул сесть за эту игру. Единственный раз я проиграл, я... Просто, я выкарабкаюсь, мне просто шанс нужен, мне нужно на ноги встать. Сейчас, в этот момент, когда,
когда твоя поддержка мне нужна больше всего в жизни, ты меня вот так вот в спину бьешь? Ну, это Рита, я ну... тебе в спину бью. Ну, а кто? Ну, это Рит. Ты меня предал. Ваша честь, пожалуйста, пригласите мою маму. Она свидетель того, что наш брак спасти просто невозможно. Это уже нереально. Мама ваша, Костенко, Валентина Ильинична, ожидает. Пожалуйста, приглашайте. Да, пригласите Рита, ее, пожалуйста. Риточка, дорогая, ну при чем тут твоя мама? Мы, это наша семья, это наш, наши дети, это наша жизнь. Вы свидетель Костенко? Пройдемте со мной. В радости и в горе должны наша быть вместе. Мама постоянно, моя мама постоянно меня. Помогает закрывать твои долги. Поддержи. Дайте, пожалуйста, высказаться сейчас пришедшему свидетелю. Валентина Ильинична, ну видите, здесь даже нет покоя от скандалов. Скажите, а давно вот такие отношения? Может быть, сохранить семью можно как-то? Да, ваша честь, я давно говорила своей дочке, чтобы она развелась с этим упырем. А с детьми я ей всегда помогу. Вон он в прошлом году в больнице лежал. Так 2 месяца у меня дети жили. И что, Ритка за ним он ухаживала. Он обещал, больше за карты не сядет. И что, только поправился, все. Валентин Ильинична, что поправился? Я с крыши упал. Дача, да вашу же дачу крыши? Делала, чтобы вы там с какой отдыхали крыши? Летом. Мне Рита все вы... рассказала. Что? Это для полиции у да тебя даже... сказка. Ты в карты проиграл, за карточный долг тебя побили. Рита, Валентин Ильинична, да, ну ты даже дачу ты? Свою продал. А я им деньги давала, чтобы они там баньку построили, чтобы мы там все отдыхали, гости к нам приезжали. И что, все псу под хвост. Мне его совсем не жалко. Посмотрите. Валентин он Ильич, в ногах да, у нее валялся. Да прощения просил. Сказал, больше до карты вообще не сядет. И не буду и больше. И что? Не буду больше играть. Что? Опять ну, проиграл. Да мы слышали все да. твои обещания. Рит, последний раз, последний шанс. Дай ты мне. Ну, что я сделал? Я в конце концов, я ж не пью. Да я какой же не... тебе сотый последний шанс давать? Я задралась тебе уже давать последний шанс. Ваша Рит. Честь, я столько натерпелась. Однажды он пришел весь избитый. Я у него спрашиваю, что случилось? Он мне сказал, что проигрался, что теперь должен 500 тысяч рублей. И если он не отдаст через 3 дня, то его убьют. У меня истерика, у меня паника, у нас дети, мне страшно, я не понимаю, что делать. Я у него спрашиваю, и как мы теперь будем из этого выкручиваться? Он меня начал умолять, чтобы я взяла кредит в банке. Он у меня вот тут вот в ногах валялся, плакал, что его убьют. Конечно, я пошла, взяла деньги в банк. Я ему дала эти 500 000. Он мне сказал, что он отдал этот долг. Но с утра к нам начали ломиться бандиты. Я у него спрашиваю, что происходит. Оказывается, он не отдал долг. Он решил на них отыграться. Ну, я только попытался он их... отыграться, но я же для вас это делал, Рит. Ну не для себя ты же вообще я это в себе? Делаю. Ты проиграл эти деньги, которые я взяла в банке. Еще и сверху 1 000 000 стал должен. Мне пришлось врать этим бандитам. Понимаете, я рискую своей жизнью. Я рискую жизнью своих детей. А этот трус тем временем... под диваном прятался. Я потом еще этот 1 000 000 собирала. Я все драгоценности продала, которые ты мне дарил, Рит, якобы. Я понимаю, что ты золотое на меня злишься. Золотое кольцо обручальное продала. Я понимаю, продала. Что злишься, но мы же выкрутились из той ситуации. Ну и это мы переживем. Ну послушай, ну мы же раз уже проходили так, подождите, это. Владислав Андреевич, ну одно и то же. Давайте рассуждать так и пальцы загибать. Значит, вы дачу продали, которую да. вам помогли родители построить. Вы продали бизнес, который вас кормил. Проиграл. Да, я проиграл. Простите, проиграли, да, но бизнес потом проиграли. Дальше. Вы заставили жену взять кредит. После этого и этот кредит проиграли. Заставили ее продать все ювелирные украшения, проиграли и это. Бандиты нам уже ломятся угрожают. К вам в дом. Скажите, вы сами понимаете, что находиться рядом с вами для семьи опасно? Слушайте, ну я понимаю, что все эти для факты, семьи вот, так опасно вот, с вами эти факты вот так вот составлены, они, конечно, такую картину дают, что как будто это... Просто в следующий раз уже нечем не будет следующего раза, я вам клянусь. Я бы совершенно по-другому посмотрела, что такое любовь, что такое ответственность мужчины. И только когда я приняла любовь нового мужчины, когда я увидела вот эту заботу, ответственность, когда человек готов ради меня на все, тогда я поняла, что в принципе и мне не поздно, понимаете? Поэтому я хочу развестись. Я вас очень прошу, пригласите этого мужчину, моего нового. Это, кстати, бывший партнер моего мужа по бизнесу. Да, это Гуреев Олег Михайлович, да. Тогда этого вы имеете в виду свидетеля. Да, пожалуйста, Гуреева приглашаем.
Наташа Олежек меня обул. Он же выиграл. Ты послушай, пожалуйста. Ты мужу родному не веришь. Ты говоришь, что ты Олега. Олег Гуреев, вы пройдемте. Я тебе сказала, все, успокойся. Я буду теперь с Олегом. Я могу успокоиться. Я же без вас ничто. Ты же... Вы прекрати же... меня. Здравствуйте. Все в моей жизни. Я все пожалуйста, давайте свидетелю дадим возможность посетить зал суда без скандала. Скажите, пожалуйста, Олег Михайлович, в каких отношениях вы с Маргаритой Юрьевной сейчас? В достаточно близких отношениях. У нас действительно отношения. Отношения. Как? Насколько да. они серьезные? Собираетесь ли вы проживать совместно с Маргаритой Юрьевной? Потому что у нее двое детей. И если она будет жить, с детьми. Соответственно, для меня это совершенно не проблема. Да, я собираюсь проживать. Нет. Я собираюсь строить свою дальнейшую жизнь с Маргаритой. Детей я знаю. Мы с Маргаритой вообще с детства друг друга знаем. В принципе, как и с Владом. И дети на моих глазах выросли. Арина, Прохор. У меня семья была, у меня двое детей растут в другой семье, я их обеспечиваю, то есть никаких сложностей я не вижу, чтобы обеспечивать еще двоих детей. Ну, их не только обеспечивать, их еще и любить надо. Ну, с этим у меня проблем нет. Ну, хорошо. Дети, самое главное, тоже меня знают. И... Олег очень заботливый, любящий, ответственный. Дело в том, что сервисом мы владели действительно вместе. И вот как-то в один из прекрасных дней я пришел и вижу, что Влад там играет с компанией, достаточно неприятной компанией. Одному очень неприятному, и злому и опасному человеку он проиграл свою долю. Ладно бы, если бы было дело на этом закончено, но Влад, тогда, когда я уже зашел, он отыгрывался, хотел отыграться своей долей, но уже ничего не имея, он поставил на кон свою супругу. И что? Я, конечно, в данном случае... Что? Мам, я не хотела тебе что? Говорить. Мама, да не пожалуйста, так все было. Да успокойтесь вы, что вы? Хотите, вот не так все было! Мам! Я возмущался, пригрозили мне расправой. И в данном случае мне приходилось за этой игрой наблюдать. В итоге он проиграл. Да, каким же образом все это обошлось без жертв? Без жертв это обошлось тем образом, что мне пришлось вмешаться, и вот как раз... обещая себе, что я больше этим заниматься не буду, тем не менее, мне, конечно, нужно было вступиться за Маргариту, потому что Маргариту я люблю, люблю ее с детства, я не мог этого допустить. А выбора у меня другого не было, мне друг помог. Мне удалось выиграть этот долг, так скажем, право этой ночи, потому что там в извращенной форме они все эти вопросы обсуждали. Вы мастерски выиграли и Маргариту, да? Я выиграл Маргариту, а после я выиграл ту часть, которой владел Влад. И таким образом весь этот автосервис оказался в моем владении. Ну и в данном случае... И вы спасли Маргариту Юрьевну от расправы. Спас от расправы. Я был, конечно, вне себя. В этот же день позвонил Маргарите, мы с ней встретились. Я ей рассказал, какой у нее... супруг-подлец. Да, ваша честь, именно так и было. Олег именно в тот день позвонил мне, сказал, что у него есть важная информация про моего мужа. Мы с ним встретились в кафе. Когда он мне все рассказал, я просто была в истерике, в ужасе. Чтобы я не сомневалась в правдивости его слов, он мне показал видео с камеры наблюдения, которое у них в офисе висит. Я была не в себе. У меня была такая истерика. Олег меня пытался успокоить, посадил меня в машину, хотел отвезти домой, но я сказала ей, что я не поеду домой. Как я могу смотреть в глаза человеку, который меня продал просто в карты? Как это вообще возможно? Да не так все было. Я Олегу сказала, что домой я больше не поеду, я заберу детей. И тогда Олег предложил поехать к нему, но, в принципе, тогда у нас первая близость состоялась. Ну все, теперь уже все вскрылось. Все, первая близость у вас состоялась. Значит, все, мы ему ничего не должны. Я тебе последний раз говорю. Я с тобой не буду. Отстань от меня раз и навсегда. Со мной не будешь? С Олегом будешь? Я да? буду с Олегом. С Олегом будешь? Да, с Олегом. А ты... Он ответственный человек, который ради меня готов на все. Даже бизнес свой. Серьезно? Продать. А ты в курсе, что бизнес? А ты в курсе, что... мастерская, которую он у меня выиграл, что это не его мастерская? Ты в курсе, что он вчера ее проиграл? Ваша честь, позовите, пожалуйста, Игоря, пусть он расскажет. Ты что такое несешь? Сосед наш через стенку, у которого магазин и автомойка. Олежек твой любимый проиграл ему вчера в карты нашу с тобой. Я не верю ни одному твоему слову. Ты ваша честь, позовите, пожалуйста, Игоря, пусть он расскажет. Хорошо. Чей теперь автосервис, кто теперь владеет, и кто как играет?
У нас присутствует Кравцов Игорь Витальевич, и мы сейчас по ходатайству ответчика его выслушаем. Мне, послушай человека. Я говорю, я не буду играть. Игорь Кравцов, вы пройдемте со мной. Давай закончим это. Мы уже дошли до края, все. В конце концов, я проиграл, ты переспала с другим. Я тебя прощаю, прости, ты меня... Пожалуйста, меня прощаешь! Уважаемые супруги, пожалуйста, сдержитесь. Мы должны идти по процессу. Давайте выслушаем свидетеля. И Маргариту, и Влада я знаю с тех пор, как 8 лет назад они вместе с Игорем открыли автосервис по соседству с моим автомойкой и автомагазином запчастей. Тогда ихнему старшему сыну исполнилось 6 лет, Прохору. И тогда он пошел впервые в первый класс. А после школы он постоянно проводил время со своим отцом в автосервисе. А когда ихняя младшая дочка Арина стала чуть постарше, и она частенько бывала с ними там, так как она, ходя в садик, постоянно болела. А знаете, я наблюдал такую еще картину, ваша честь, что вечером Маргарита после работы приходила за ними, и они радостные всей семьей, счастливые, шли домой. Они хорошая пара, ваша честь. Им жена моя дружит с Маргаритой. Я из последнего пыталась сохранить этот брак. Но я это создавала видимость нормальной семьи. Это же мне было стыдно. Ты вспомни, вот что человек. Такое происходит в нашей Маргарита, семье? Господа, пожалуйста. Я понимаю твое возмущение о проигрыше Влади. Ну кто сейчас без греха? Он хороший, он верный муж, он любящий отец, он хороший отец. Поверь мне, Маргарита, кто без греха? Он болен. Ну, что нельзя, он верный муж, что нельзя сказать от Олеги. Который каждые выходные с тёлками, я не знаю, там, с девками по саунам лазит. Из-за этого, кстати, у него что и жена ушла. Что ты несёшь такое? Что вы можете сказать о том, кому сейчас принадлежит этот автосервис? Да, ваша честь, действительно, со вчерашнего дня автосервис полностью принадлежит мне. Да, формально мы документы, еще договор не подписали, но это не принципиально. Фактически он мой. Я не поняла. Игорь, каким образом он стал вашим... Олег, карты проиграл мне. Какие карты? Вы чё, Олег? Да, Марго, да, я проиграл этот несчастный автосервис, я проиграл его, но он нахрен не нужен, этот автосервис. Потому что этот автосервис что? Баланс просто натуральный. Просто без его территории этот автосервис никакой вообще роли не играет. А он мне предложил, давай один раз сыграем, если я выиграю у него этот, его территорию, то мы присоединили бы территорию, тогда бы хотя бы толк какой-то был. Так и от нее толку нет никакого вообще совершенно. Я в шоке, Олег, вообще, что происходит? Какие карты? Ты мне сказал, я играл третий раз в жизни после того, как я себе пообещал, что играть не буду. Играть я больше не буду, он нахрен не нужен, у меня и так деньги есть. А он тебя проиграл. Поняла, Рита, на кого ты меня меняешь? Вот. На кого она меняет? Что? Я ее не проигрывал в карты. Олег... А тебе дай повод, ты еще играть будешь. Да если бы ты тогда не вмешался, я бы все ты сам отыграл. Своего проиграешь. Я сам тогда отыграл все. Вообще-то... Спасите. Тебя не убили чуть, дурак. Да, я знал об этом, что автосервис уже полностью принадлежит Олеге. Но вчера буквально мы решили у нас стена, которая делит мой его автосервис и мою автомойку, и ее нужно было реставрировать. И мы никак не могли прийти к мнению, кто сколько потратит на эту, на ремонт этой стены. И вот мне Олег сам предложил, а давай, говорит, сыграем, говорит. Я поставлю, говорит, свой автосервис, на тот момент уже полностью принадлежащий ему, говорит, а ты, говорит, свою, говорит, автомойку, говорит, и автомагазин. Ну, я тоже, ваша честь, человек азартный, тем более этот бизнес, ну, не единственный мой доход. И он мне, честно говоря, уже осточертел. Надоел немного он мне. И я решил, а что нет, если объединить это все, оба бизнеса, то шикарное место получается. И я сыграл, и я выиграл, хоть Олег был достойным соперником, этому свидетельствовало 7 человек, такую игру многие хотели посмотреть. Я да, и этот момент я сыграл, выиграл у Олега, хоть он говорит, что это моя идея была, это была его инициатива. Он не врет, но это все пустяки на самом деле. Он не нужен, этот сервис. Олег, да мне нету дела до вашего автосервиса. Да, Олег проиграл. Главное, теперь... знаешь, что я тебе верила. Люблю. Ты же понимаешь, что для меня важно, чтобы человек был ответственный, чтобы он нес свою ответственность. Олег проиграл. Да. Я несу теперь... ее эту а ты такой же, как и он. Вы меня оба достали. Олег проиграл. Я бизнес не буду, не принадлежит ним, мне. Понимаете? Игорь, этот послушай. Бизнес принадлежит мне. И я делаю как буду друга. Жить вон. Рит, послушай. Маргарита Юрьевна, послушайте свидетеля. Как друг Влада... Сейчас еще расскажу. Рит, послушай. Да, этот бизнес полностью принадлежит мне. Рит, послушай, и теперь, как я друг Влада, делаю его управляющим полностью этого всего бизнеса.
Теперь он будет там руководить. Я не буду с этим ничтожеством. Вопрос закрыт. Рита, зачем ты так говоришь? Он не человек, у него нет ничего святого. Он больной человек. Рита, у нас дети общие, зачем ты так говоришь? Ну подумай. Я не хочу быть с тобой. У нас остался бизнес теперь. У меня у одного. То, что была половина, теперь все мое. Так как я... бизнеса нет. Нет, так как я буду полностью владельцем этого бизнеса, я просто заключу так договор, что он просто не сможет его проиграть. Он будет управляющим, он хороший руководитель, я знаю, он справится с этим. И у него будет на что содержать семью, Рит. Поверь мне, все будет в порядке. Ты дождешься, он тебе все оборудование там продаст. Ты будешь знать. Нет, у него будет на что содержать Рита свою семью. Поверь мне, все будет нормально. У меня есть на что содержать семью. У меня есть на что обеспечивать семью. Зачем тогда вы поставили на кон свой бизнес? Зачем вы это сделали? Потому что он для меня вообще несущественный. Понятно. Он для меня вообще никакой роли понятно, не играет. Понятно, но получилось так, что вы женщине, которая как огня боится конечно, этих игровых, вы ей продемонстрировали, что вы такой же. Вы могли этот бизнес, подарили бы вы его. Вы поймите, или потеряли, или сожгли. Меня это... вынудили сыграть. Я сыграл, и все, я больше играть не собираюсь. Если он будет играть бесконечно, то я на этом закрыл вопрос. Мне... Все, Олег, успокойся, я больше ничего не хочу слушать. Я ни тебе, ни ему не верю. Я буду жить вообще с мамой. Ты что такое говоришь, Рита? А как ты будешь воспитывать, кормить детей? Я-то вообще-то думала, что тебе будет Олег помогать. Ну, я буду помогать. Но я теперь смотрю, и у Влада я тоже работает. Все правильно, все правильно. Может быть, все-таки все дать ему какой-то шанс? Мам, ты вообще Рита, ты все-таки говоришь? Выбери кого-нибудь. Мама, ты что? Тем более семья, двое детей. Ну как ты будешь? Дорогая, мне не из кого выбирать. Подожди, подожди. Не трогай меня. Давай сыграем. Предатель. Давай сыграем. В прошлый раз мы сыграли, ты выиграл. Ты что, больной что ли вообще? Рита, послушай, один раз на раз. По одной карте сдать ему. У кого больше, тот и выиграл. Все, сразу, это судьба. Ну то есть будет просто, давай, просто судьба, давай. Один раз. Он меня он в детстве вот так же выиграл тебя. Все, сейчас один раз играем, он все равно проиграет. Сейчас Лев оторнет, только я могу. Это что за цирк вы тут устроили? Я тяну. Все, давай. И ты отстаешь, уходишь из этой семьи. Окей, по той карте, мне повезет сейчас. Готов? Ну вы придурки вообще, ненавижу вас, идите вы все от меня! Прекратите, все займите свои места. Больные! Я не буду ни с тобой, понятно? Я не буду больше рисковать своей жизнью, жизнью своих детей. Ваша честь, я по-прежнему настаиваю на разводе. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Владислав Андреевич, дело в том, что суд действительно понимает, что вы, возможно, любите и детей, любите свою супругу, и любить вы детей сможете на расстоянии. Но дело в том, что... Когда вы сейчас с таким азартом, забыв обо всем, забыв, что вы находитесь в зале суда, забыв о приставе с оружием, забыв просто все, стали играть с таким огоньком, понятно, что дети ваши находятся в опасности. Ведь случись что, вы забудете и о них, забудете о жене, забудете о чем угодно. Судебное заседание объявляется закрытым. Владик, моя карта бьет. Все-таки ты подумаешь? Ничего, прошу всех на выход. Я вообще держать больше не хочу. Я вообще... Пошли они все в... Послушай.